Триатлон – это уже новый образ жизни. Это свежий воздух, это друзья, это спорт на свежем воздухе. Поэтому, я думаю, это один из немногих видов спорта, который имеет длительную будущее, перспективу в развитии. Все больше и больше людей им занимается. Мы видим Сочи. Мы в прошлом году проводили первый старт. Он был такой начальный. В этом году мы уже проводим третий старт в Сочи. Уже и зрителей много, и людей много. Мне очень приятно, что ваша замечательная компания VIVAX, которая в этом году 10 лет исполнилась, очень плотно сотрудничает и хорошо сотрудничает с Федерацией триатлона, помогая нашим спортсменам добиваться высоких результатов. А высокие – это какие результаты? Традиционно наши спортсмены входят в число сильнейших, в десятку, в пятерку сильнейших спортсменов мира. Дмитрий Полянский! И мы показываем высочайшие результаты, благодаря в том числе и вашей компании, продукту, который вы представляете. Продукт очень хороший, спортсмены с удовольствием его применяют и во время тренировок, и во время соревнований, и в период реабилитации. Спорт достаточно такой травматичный. Много травм, и без вот этого продукта, на мой взгляд, сегодня уже обойтись нельзя. Нагрузки высочайшие, иногда холодная вода, иногда очень жаркая погода, как вот сегодня в Сочи 30. Иногда они падают и часто падают на велосипедах, где достаточно крутые виражи. Поэтому спасибо компании. Я думаю, у вас такое же светлое будущее, как и у триатлона. Мы вместе с вами будем добиваться прекрасных, хороших результатов.